Президент иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что курды готовы за себя постоять в случае войны. Тысячи курдов и солдат из багдадской армии укрепили свои позиции на спорных территориях в северном Ираке. Как известно, этот регион богат нефтью, а федеральное правительство и курдские лидеры борются за контроль над ним. Глава курдской автономии Ирака Масуд Барзани сказал, что хотя курды не хотят войны, они всегда готовы даже умереть, чтобы защитить себя. Однако маловероятно, что конфликт все-таки разгорится, поскольку непонятно, к чему это может привести. Ясно лишь одно, что война разрушит экономику в Курдистане и повлияет на экспорт нефти. Турция и Сирия также выступают против конфликта, поскольку их собственное курдское население борется за автономию. В Сирии курды боролись против исламистского правительства на стороне оппозиционных сил. Но сейчас растут опасения, что может разгореться новая гражданская война. Сирийская партия Демократического союза подозревается в сотрудничестве с Курдистанской рабочей партией, которая ведет вооруженную борьбу против турецкого государства за автономный Курдистан и была вовлечена в серьезные столкновения с исламистскими группировками, борющимися против режима Асада. Турция же все больше обеспокоена влиянием КРП на многие курдские области.